Ить. Вот так. Угу. Сейчас поставим сюда май. Ничего ты не поставишь. Ты чё делаешь, чупакабра? Отойди. Раз, два, три. Не надо ничего тут золотого строить. Золотой в этом городе только сральник. Все, и вон один маяк золотой. Хватит. Убирай шарманку эту. Кать, успокойся, пожалуйста, сейчас маяк... Ты с ума сошла в этой серии? Ты мне дашь построить вот! Ты, может быть, не будешь золото сюда ставить, а? Дай мне сказать, что я хочу сделать. Хорошо, молчу, заткнулся, молчу. Хорошо, давай, гори, женщина. Вот, смотри, видишь, золотой маяк уже стоит? Угу, стоит. Вижу. Сральник стоит? Стоит. Стоит. Вот и все. Золотого больше ничего не будет. Будет железный. Угу. Ясно. Ага, ага. Алло, ага, ну верни вот на место, ну. Слушай, Катя, в первую очередь наш стиль не вписывается в ядреный случай. Кто-то из подписчиков, объясните ей, пожалуйста, то, что зачем тратить столько железа, если у нас еще с предыдущего золотого сральника осталось 2 стака золота. Объясните ей, пожалуйста, на кой черт нам тратить железо. Мать, подумай логически, пожалуйста, включи голову. Тихо, а ты подумай, не логически, а по-дизайнерски. Зачем нам 2 одинаковых маяка? Ну есть уже золотой, ну давай железный построим. Мы вся жизнь должна быть в золоте, мы должны вкупаться в золоте. Ты понимаешь, вот ты убила предыдущего Игоря. Иди сюда, посмотри. Я не убивала предыдущего Игоря. Я еще одного там нашел. Вот смотри, иди прочитай, какое у него название. Вот, и его звать Игорь номер 2, Катя, не убивай. Он тебя молит, чтобы ты его не убивала, понимаешь? Ага, поэтому он меня сам, да, убивает? Да! Ну ладно, Игорь, ладно, Игорь. Иди сюда. Давай, закрой дверь, все. Понимаешь, давай сделаем, пожалуйста, золотой. Хорошо, договорились, спасибо большое. Давай сделаем железный. Вот. Все, подожди, да, я поставлю. Да, все, вот так! Сейчас загорится! Ай, блин, я проиграла. Кать, пожалуйста, я сделаю этот маяк в честь тебя. Он будет светиться любым светом, который ты только хочешь. Только пускай он будет золотым. У нас и так вот это железо очень... Ну, 41 штука. Она все, короче, железо потратила на вот эти железные блоки. Успокойся, пожалуйста. Все, я прыгаю в эту клюкву. Прощайте. А потом она говорит, почему... У меня так быстро ломаются вещи. Ты знаешь, каждый удар ягод тратит твою броньку на одну прочность. Ты в курсе? У меня же штаны сломаются! Ты в курсе то, что ягоды твою броньку вот это ломают, Кать? Это как вообще такое возможно, чтобы ягоды алмазную бронь портили? Ну, она, ты чё, совсем что ли? Она никогда не думает в этой жизни, что делает. Так, включаем на спешку. Вот так все работает. Прекрасно. Мы можем быстро бегать, мы можем быстро копать. Следующие 10 маяков, которые мы сделаем, там регенерация, мамина мама, мамина перловка и вот все остальное. Фух. Мы справились, Кать. Да, хорошо, но я все равно как-нибудь построю железный маяк. Построишь. В следующей жизни построишь. Или через мой труп. Пожалуйста. Я пошутил, успокойся, пошли! Куда? Надо важными делами заниматься. Тут одна молодая женщина заскучала. Мужика ей не хватает. Как Какая говорить? Молодая женщина? Сейчас я тебе все скажу. Так, там все в парах. Я чё-то не догоняю. Подожди. Так, попугай? Нет. Чебурак, ты что ли молодая женщина? Или чё, я не могу понять? Ну-ка, подними свою шерсть, сейчас проверим твои дигидончики. Ничего не понимаю. Ну, с чего ты взял, что Чебурак у нас одинокая женщина? Он мужик, я знаю, я проверила. Кто тебе сказал то, что я про Чебурака говорю? Ты! Комменты надо читать под предыдущими сериями. Подписчики там годные вещи пишут. Мать! Совсем недавно я прочитал, то, что они очень сильно хотят, чтобы у нашей любимой с тобой кошечки появился мужик, который будет вот головарем в нашей... Кошечка! Я ж совсем про нее забыла, и я просто она там одна! Кого? Киска моя любимая! Ты Милку до сих пор не вытащила с этого подземного бункера? Ё, просто у тебя рыба есть с собой! Рыбы нет, иди за рыбой! Иди за рыбой быстро! Сейчас, подожди, за рыбой сгоняю, подожди!
Просто ты так она же там поди уже все сдвинула кошки. Кошек, да, она и кошки кинула, и кошек двинула. Кать, ты понимаешь, она там две недели там сидит. Не-не-не-не-не, сейчас я 10 рыб взяла, 10 сырых тресок, сейчас я ее накормлю, она... все нормально будет, все нормально, она же там жива, лежит спокойно, там у нее все хорошо. Ну, если ты вдруг зайдешь в комнату и там резко завоняет тухлятиной, не проходи дальше, просто вернись обратно. Да это морковка в бочках, поди. Протухла. Ну, или не говори такие вещи. Хорошо, или морковка, или Милка протухла. Там сейчас посмотрим. Ты что, мне не мог напомнить, что ли, что в этом бункере кошка моя спряталась? Это ж ты меня туда закрыл. Кошка твоя, ты вспоминай. Я-то тут при чем? Каждый раз, когда я глажу Милку, она говорит: моя кошка, не трогай. Дверь тихо. Открывай. Тихо, я боюсь. Открой если, ты. Если ты боишься дверь открывать, значит я открою. Какая-то нездоровая болезнь дверей. Милка! Жива? Шесть твоя налево! Милка? Милка? О, здорово, держи, ешь! А-а-а! Все нормально, отбой! Ну, в этот раз прокатило. В следующий раз, если ты ее здесь забудешь еще раз на две недели, вряд ли прокатит. А-а-а, так это ты про нее, про одинокую женщину-то говорил? Аллилуйя, наконец-то доперла. Конечно, я про нее, и даже не я говорил, а подписчики говорили. Короче, иди в сторону со своей вот этой. Вот эту молодую женщину, которая присутствует в нашем сезоне практически с первых серий, подписчики просто задолбали меня двумя комментариями. Первый комментарий, чтобы мы сделали для Чебурака будку. Ну, в следующих сериях. А второй коммент, чтобы мы Милке парня присобачили. Точнее, прикошачили вот сюда. Она скучает, просто все говорят. Слушай, отлично смотрится. Я считаю, что впишется сюда кошак ее. Все, это для них комната будет, отвечаю. Нифига себе, то есть я этот бункер строил, чтобы потом отдать мужику Милке? Не мужику Милке, а их новой молодой семье. Ладно, давай тогда оставим ее здесь. Или подожди, мы ее можем пересандалить к нам опять на вот этот корабль, и вот нижняя палуба будет их, там где кровать вот эта оранжевая стоит. Можно туда. Нет, там у нас всякий склад, помойка, пыль постоянно. Нет, здесь им будет хорошо. Потом чики-бам-бунь, и вот это вот. Ну хорошо, тогда давай будет здесь. Все, тогда я предлагаю пойти за мужиком, Милку на корме, оставить здесь еще немножко рыбы, а мы потопали, давай. Да, на, Милка, тебе рыбку, ты мне скажи на ушко, ты какого хочешь, черного, белого, того или вот этого. Ага, ну ладно. Пойдем. Какого хочет? Она отвернулась, сказала, все, пойдем. Она сказала, да, сказала, как мистер Крипер. Ну, значит, какого мужика найдем, такой и будет. Пошли, дверь не закрыть, надо, чтобы не убежала. Расчехляйте лодки, Екатерина, или крылья, там неважно. Сейчас потопаем. Погнали к небесам! Ю-ху! И я сразу же за тобой! Ю-ху! На вот туда, в сторону сральника, Кать! Сразу, ну, давай туда сразу! Пах! Полетели! Полетели! Снега метели! Подожди, ты куда так улепетываешь? Я тебя даже не вижу! Я не улепетываю, я просто мистер... Нет, это просто мистер, у которого есть офигенный трезубец. Так, летели, в итоге прилетели в зимний биом. Это значит, что мужик у Милки сибиряком будет, сибиряк? Давай с тобой из Мурманска. Из Мурманска, да. Давай с тобой ищем ближайшую деревню, и, скорее всего, именно там какие-то кошаки будут водиться. Ты за мной там летишь, не отстаешь? Лечу, вижу твой зад. Это хорошо, да, не спускай с его глаз. Опа! Вот здесь пришмандоваться-то и можно. Кать! Да, тихо, уй! Так, поиски кошака. Ты направо, я налево, и кто-то по центру, давай. Давай, а какого кошака-то ищем, белого, черного? Да я не знаю, если Милка тебе не сказала, значит без разницы. Главное, чтобы красивый был, там не рыжий, не бордовый, не коричневый, какой-то другой. Я белого нашла, медведя. А, медведя. Ну, я сомневаюсь, что Милке медведь вот это подойдет. Так, ну да, согласна. Еще один мишка нам не нужен. Кошка есть? Нет, здесь коша нет. Так, другой дом. Кать, ты по домам ходи, там будем искать. Кошка есть? Есть кошка? Ты не тоже. Кошку спрашивай, а кота. Нам да, с дигидончиками нужен. С дигидончиками. Я, кстати, 4 изумруда случайным образом нашел. Искал кошку, нашел вот это изумруды. Тоже нормально. Вот так. Кстати, они нужны.
семена свеклы, здесь ничего не... Коша нет, нет никакого кошака здесь. Кать, они, походу, вымерли в такой-то лютой погоде. Минус. Нашел! 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 Где-то, в другой части города! Да, налево, налево! Тут налево! Мишка вот тут белый ходит возле... Вот, прямо иди, вот я... вижу. Вот, давай, иди сюда. Пока ты шла, кошка уже убежала. А, вот она, иди сюда. Беги, давай. Он красивый, слушай, такой серого пигмента. А кто приручать-то будет, я или иди ты? Иди сюда, не спуги, а то он сейчас в воду упадет, утопится. Так, смотри. Ну, давай мы изначально сразу же будем его рассматривать, как вот это жениха для Милки. Вроде красивый, вроде серый, вроде породистый. Хочет утопиться, походу. Поэтому давай его будем вот это приручать, пока не поздно. Давай, рыба есть? Кстати, нет. Дай рыбу, пожалуйста. Ты идешь приручать кош и не берешь с собой рыбу? Ну забыл, ну дай, пожалуйста. Мне кажется, Милка будет твоей, а вот этот кош будет моим, а? Хорошо, держи одну. Да какую одну? Да дай мне по-человечески штук 15, алло. 15? У меня у самой 5. Ну дай все тогда, ты че жадина, да я не смогу его приручить, вот это... Взяла так мало рыбы, пошли давай. А ты вообще нисколько не взял. Я забыл про... Где он? Вот, смотри. Идет сюда. Не спугни. Вот, это ты не спугни. Вот смотри, глаза у него желтенькие, он вроде такой бело-серый. Сейчас лед растает, в воду упадем. Так, приручать его или кого-то другого найдем, Кать? Он убежал. Приручай, конечно. Ёпрсеты, мужиков не выбирают. Все хорошо. Иди сюда. Да не ходи ты там. Давай, я не хожу! Все, давай. Назовем мы тебя Муслим. Не, давай потом придумаем имя. Кувкой. Все приручил! Что ты так орешь? Какой красивый, реально. Давай, ну-ка, посмотри на меня. Сибиряк. Прям породистый такой. Слушай, реально сибирская кошка, только они голубоглазые обычные, а это вообще желтуха какая-то, ну ладно. Ну, перемороз на морозе, ну с кем не бывает. Пошли давай, пошли, сибиряк, пошли за нами. Да хватит жрать, просто за нами пошли. А, поводок подожди, хотя бы взял? Поводок, у меня 10 поводков, я все наперед продумал. Кроме конечно, рыбы. Мы с тобой те еще, блин. Как это сказать, так кто животных разводит больше всех? Животноразводильщики? Вот именно они самые. Мы еще те животноразводильщики. Да. Мы вот этим с кошаком на лодке, ты давай за нами полетела. И пока думай, как можно его назвать. Учитывая то, что Милка как бы Милка, этого можно назвать... есть батончик. Какие-то... Батончик? Батончик Милка. То есть ты хочешь, чтобы моего кошака звали Батончик, а твою Милку Милка... Да, смотри, это будет пара гармоничная. Милка как шоколадка, ну то есть как батончик, который вот с молоком. Ну, батончик Милка. Ну а он сибиряк, давай, может его Иваном назовем. Типа Иван и Милка. У нас на такие дела всегда есть решение. Мы просто спрашиваем в комментариях. Точно. Ребята, рассудите, пожалуйста, нас в комментах, как мы назовем кошака нашего. Или Иван, чтобы сочеталось Иван и Милка, или Батончик и Милка. Батончик Милка. Слушай, реально, прям креативные идеи. А еще, кстати, на канал можешь подписаться, потому что на канал надо подписываться. Почему, Кать? Потому что надо подписываться на канал. Потому что скоро 5 миллионов подписчиков. Давайте как можно быстрее добьем 5 миллионов. И никогда не будешь пропускать новые ролики с Батончиком и Милкой. Все, я сандалю и себя, и Батончика, или Ивана, пока что еще не знаю. А ты, Кать, полетела вот в ту сторону, давай. Так как это надо сделать? Вот так вот берем, вот так и вверх, оба полетели. Молодец. Иван, засандаливайся. И поехали. Утонула. Ой, красотища-то какая. Кать, я каждый раз удивляюсь, насколько же крутой у нас город. Вот с каждой серии он только круче и круче становится. А ты где? А-а-а, приплыл. Здорово, сейчас давай иди вот это, расчехляй Милку там, крась ее, маникюр, педикюр, и вот брови накрашивай, наращивай, сейчас мы будем знакомиться. Милка не такая. Там не такая, ну ладно. Так, выходи, батончик Иван. Давай, пошли.
Батончик Иван, может ему двойное имя дать? Кстати, Батончик Иван! Слушай, просто генератор идей. Убей Игоря и пошли, пошли. Давай, давай. Игорь, нам не нужен. За мной пошли. Эй, стойте, 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 я первая. Мне надо Милку подготовить сейчас, подожди. Давай, давай, давай. Мы медленнее пойдем с тобой, Батончик Иван. Пошли. Давай. Надо было додуматься так кошака назвать. Все. Батончик Иван. Батончик Иван, мы можем спускаться. Все? Да, 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 все, давайте. Все, давай. Ты открываешь дверь, я его запихиваю вот сюда. Давай, на счет раз, два, четыре. Давай. Давай, четыре. Так быстро! Пошли, лишний раз не мурлыкай, пошли. Сюда, сюда, подойди, сюда. Вот, вот здесь, стой. Садись. Не, пусти его, пусти, подними его, подними. Какой сразу побежал к ней такой. Сиди. Милка, это батончик Иван. Тебе нужно с ним познакомиться аккуратненько, смотри. Подойди к нему, подойди давай. Батончик Иван, давай тогда ты подойди к ней, подойди. Это лучше! Посади его, посади! Вот, совсем другое дело! Там уже что-то намечается! Ты ее тоже посади, чтобы она не убежала! Вот, батончик Иван, чуть-чуть туда, вот так вот, все. Хорошего вам там вечера, познакомьтесь, вот это все давайте! Вы хорошая пара, да, у Милки синие глаза, а у батончика Ивана желтые, казалось бы, причем здесь, да, но зарекаться мы не будем. Пошли. Я хочу чики-бомбони. Я тебя поздравляю, пошли, давай. Нет, я хочу, чтобы они чики-бомбони. Я хочу котят маленьких. Я ни разу в жизни не видела в Майнкрафте маленьких котят, пожалуйста. Нет, не в этой серии. Ну, пожалуйста, я хочу чики-бомбони котятовских. Кать, у нас уж столько кош, у нас две кошки. Пускай они хотя бы познакомятся. Какие чики-бомбони, они друг друга впервые видят. Хочу маленьких котят. Посмотри, у них огромная квартира, им хватит места на троих. Все будет, я тебе зуб даю. Рано или поздно будет, но не сейчас. Вот, закроем их, пускай они здесь сидят. В следующей серии вернемся, тогда сделаем чики-бомбони, честно. Обещаешь в следующей серии чики-бомбони? Ну, может быть, да, да. Тогда пошли. Грибов тут наросло, ужас. Отравятся еще кошки. Да-да-да. Развлекайтесь, молодожены, развлекайтесь. Все, давайте. Все, закрываем наших молодоженов. Ну смотри, у Милки синие глаза, как я уже сказал, а у батончика Ивана желтые. Если они сделают чики-бомбони, у них родится дочка, дочку назовем Украина. До свидания, просто я думала, сейчас что-нибудь вообще прикольное скажешь, а ты...